Депутат Верховной Рады от партии «Свободы» Ирина Фарион считает, что украинский и казахский народ – друзья, отношения между которыми много лет. Народную избранницу удивляет тот факт, что Украина сегодня требует выдать ей оппозиционного политика Мухтара Аблязова. Что скажем теперь украинский? Если украинское правительство требует экстрадиции, то я считаю, что это остатки колониального наследия. Это означает, что Украина еще не живет по-новому. Украине надо поставить перед собой задачу – избавиться от постсоветского синдрома. Украина пережила страшные события, которые не пережил Казахстан. Украина пережила Голодомор. Это означает, что она на ментальном уровне ощутила на себе унижение и рабство. Это было не так давно, всего лишь 70 лет назад. И для реанимации нашему народу потребуется долгое время. Возможно, Украина имеет шанс реально стать другой, несмотря на то, что она выбрала президентом человека с советским прошлым. Ирина Фарион считает, что нынешнее желание России объединить всех в Евразийский союз – ничто иное, как возвращение империи, которая называлась СССР. Казахскому народу и его оппозиционным силам, которые хотят помочь своему народу иметь свою страну, свою культуру и быть абсолютно самодостаточным субъектом истории, я хочу вот что сказать. Если Россия так импульсивно затягивает Евразийский союз и Казахстан, и Белоруссию, и Армению, и пыталась затянуть Украину, это говорит о слабости этой страны. Потому что только слабые хотят заручиться поддержкой еще кого-то. Если вы такие свободные, сильные, могучие, растите себе сами отдельно, как дерево. И если так, вам не нужна помощь Казахстана, Белоруссии, Армении и Украины. Им потребна допомога Украины. Ирина Фарион считает, что все эти страны станут свободными только после того, как выйдут из-под сферы влияния Российской Федерации и станут самостоятельными в принятии решений. С другой стороны, депутат считает большим достижением Казахстана тот факт, что государственным языком в стране является казахский язык. Но для полной независимости, по ее мнению, этого недостаточно.